Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» и «В Краснодарский край». Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас как по домам, так и по станицам Краснодарского края. Работаем в радиусе 60 километров от города Краснодара, а также по Черноморскому побережью. Как с домами, так и с квартирами, с готовыми, со строящимися. Застройщиком, в общем, целый спектр, набор разных объектов. Сегодня мы с вами находимся в центральной районной станице Калининского района, в станице Калининской, и смотрим разноплановые дома здесь. Сейчас мы будем с вами смотреть дом новой постройки 21 года. Нестандартные планировки от застройщика, дом строили для себя. Ну вот, обстоятельства так складываются, что нужно продавать. Дом расположен у нас на 8 сотках земли, но для понимания, мы сейчас прошли от въезда порядка 8 метров пролет, вот здесь ширина для въезда машины, распашные металлические ворота, прям такие массивные, на кирпичных столбах. Забор на фундаменте с одной стороны, с другой стороны, прям такой капитальный. И перед воротами у нас асфальтированный подъезд, асфальтированная дорога. Коммуникации в доме. Свет 15 киловатт, 3 фазы. Септик порядка 8 кубов. Друзья, дом будем смотреть большой, с большими со всеми помещениями жилыми. Общей площадью 150 квадратных метров. И с огромной сзади террасой. Давайте мы сейчас просмотрим, обойдем вот земельный участок с обратной стороны, да, посмотрим, сколько здесь у нас осталось под посадку. Ну, в целом, вот такой прямоугольник, здесь, наверное, 1,5–2 сотки, вполне себе есть для того, чтобы заниматься огородом, да, так, надворными постройками. Дом у нас полностью кирпичный, продаваться он будет в том виде, как вы его видите сейчас. Каких-либо дополнительных улучшений, добавлений делаться здесь не будет, поскольку у нас не застройщик, а физлицо, которое вот строило, и вот в данном состоянии дом будет передавать. Здесь дом предусмотрен под утеплитель и под фасадную штукатурку, либо под декоративный камень. Зато все видно у нас, что кирпичный полностью дом, да? Сверху у нас металлочерепица на крыше. Крыша четырехскатная, там с разными конфигурациями. Подшиты фронтоны профлистом, система водостока сделана. И в целом все то же самое идет на зоне террасы. Терраса огромная, здесь площадь порядка 30 квадратных метров. Ступенечками все это залито бетоном. Ну, видно, что делали для себя. Не удивляться тому, что дом высокий. Вот задаю вопросы, почему так высоко. Топит, не топит. Точно знаем, что данное место в станице не топится. Но вот собственнику так нравилось. Хотели дом повыше. Говорят, жили мы уже в доме в низком. Хотели, чтобы дом был повыше. Ну вот отсюда и получился высокий вот такой цоколь. Дом на ленточном фундаменте. 80 сантиметров лента. Далее цоколь, ну и, собственно, видите, вот тот кирпич, да, из которого построен сам дом. Ну что, давайте будем заходить вовнутрь, высокое крыльцо, поднимаемся по ступенькам и будем смотреть внутри планировку дома. Напомню, что его площадь составляет 150 квадратных метров. Так, ну что, давайте мы с вами будем проходить, смотреть дом. На самом деле видно, что дом не... Ну, такой на продажу строился, потому что на продажу такие 100% не строятся с огромными площадями. Но вот для любителей больших просторных комнат это, наверное, вот самый тот вариант. И еще в том состоянии, когда можно что-то доделать, улучшить и сделать под себя. На входе нас встречает большущая прихожая вот с такими, да, больше 1,5 метра выступами. Хоть два шкафа сюда вставить до потолка, потолки порядка 3 метров. Пол здесь залит бетоном, но это черновая стяжка. Предчистовую стяжку сюда нужно обязательно делать. Стены выведены под предчистовую отделку по помещениям. Механизированная штукатурка, прям стеночки как яичко гладкие. Разведена по дому вся электрика. И причем сейчас в каждой комнате подтвержу свои слова, что строили именно для себя. Ни один застройщик никогда не делает такое количество розеток в комнате и выводов под них. Далее из прихожей мы попадаем в большой просторный холл. Площадь его составляет порядка 20 квадратных метров. И из него идут вот жилые помещения. Давайте начнем осмотр с первой жилой комнаты. Проходим с вами налево. Площадь данной комнаты составляет порядка 30 квадратных метров. 30. Вот все комнаты 20-30, вот такие огромные. И посмотрите, вот
по периметру, да, по комнатам везде выведены розетки, и это важно. Не одна, две, а вот прямо уже везде предусмотрено. Также выведена телевизионная зона, ну и, собственно, вся электрика сверху уже разбросана. Стены доведены до чистовой отделки, необходимо залить чистовую стяжку. Напомню, что стоимость данного объекта на 8 сотках 150 метров жилой дом у нас составляет 5 миллионов рублей. Дом находится, в общем, в хорошем месте. Станица на асфальте, ну, порядка 10-15 минут до школы с садиком здесь. В следующую комнату мы перешли. Правильная квадратная форма помещения, 22 квадратных метра. Окошечки везде поменены. Собственно, большая просторная комната предусмотрена у нас здесь. Из доработок, друзья, здесь необходимо протянуть воду по дому и отопление. Да. Значит, дальше смотрим. Здесь стоят кровати, но по сути это не жилая комната, это зона санузла. Здесь площадь составляет порядка 10 квадратных метров. Вот такую огромную такую ванну здесь предусмотрели собственники. Следующее помещение — это зона санузла. Здесь должен быть туалет. С правой стороны от меня с белыми стеночками расположилась зона гардеробная, кладовка. Вот такое подсобное помещение, которое должно быть в каждом доме. И третья жилая комната. Вашему вниманию, комната также большая по площади. Также везде разведена электрика, много розеток, выводы уже, ну, осталось подрозетники, розетки, и оформлена телевизионная зона. Ну что, переходим к осмотру кухни-гостиной. Площадь ее составляет 35 квадратных метров. Не поверила на слово собственнику, поскольку широкое помещение, и даже его перемерила. Да, 35 квадратных метров. Площадь полноценная однокомнатная квартира. Вот в таком формате. Большущие витражные окна, которые ведут нас на террасу. Ну и мы с улицы с вами наблюдали, да, рассматривали террасу, что здесь, ну вот на самом деле, хоть в футбол играй, да, на самокате катайся, огромная-огромная площадь. Все это залито уже под черновую стяжку. Ну, соответственно, ждет доработок нового владельца уже на свой вкус. На самом деле хорошо, что еще не успели поклеить и, да, там какие-то ремонтные работы произвести. А вот лучше в таком виде, чтобы было видно, с каким качеством, из каких материалов что строилось. По качеству стройки, по объему, по масштабу строительства, будем так говорить, и по размеру земельного участка и местонахождению в станице, но считаю, что цена прям соответствует качеству. 5 миллионов стоимость данного объекта. Вот в том состоянии, как он есть. Единственное, что будет установлено, это дополнительно входная дверь. Напомню, что по периметру у нас установлен забор из профлиста на фундаменте. Дом полностью кирпичный. Ну что, друзья, мы с вами осмотрели жилой дом. Жилой дом у нас большой, 150 квадратных метров общей площади с тремя жилыми комнатами, огромными, по 30 метров, по 20, кухня-гостиная 35 квадратов, ну и порядка 30 метров терраса. Давайте подытожим по коммуникациям, потому что здесь такой не совсем стандартный момент, да, потому что дом сдается не от застройщика, а вот от людей, которые для себя строили. Значит, свет подключен, у нас здесь три фазы, 15 киловатт. Вода по улице идет городская, врезаться в воду здесь особого труда не составляет, это порядка 20 тысяч рублей. Что касается газа, оказывается, он у нас сейчас в проекте. Газ будет подключен за счет собственника, сейчас занимаются именно документами. Ну и в течение месяца-полтора обещают нам подключение газа, поэтому дом будет с газом. Стоимость 5 миллионов, вот такой большой дом, на 8 сотках земли. Что касается разводки внутренних коммуникаций, отопление не разведено, вода здесь не разведена и она не заведена к дому. Но с водой на самом деле в станицах сложностей никогда не бывает. И канализация. Оборудованы два септика. Один на кухню, другой на санузлы. Перед домом и за домом. Но они не соединены, не подведены в дом. Поэтому вот такой дом. Предчистовая а-ля черновая отделка. Я бы больше склонялась к тому, что еще у нас в черновой отделке, несмотря на то, что белые стены, потому что, ну, с коммуникациями нужно будет позаниматься немножко, да, для того, чтобы это все завести в дом. Но в целом, исходя из площади, из местоположения, да, ну, такая цена интересная, адекватная, дом полностью кирпичный, поэтому вам его предлагаем. Для тех, кому
важно, нравится, вот большая площадь и большие комнаты. В общем, если понравился данный объект, пишите, звоните, с удовольствием еще раз поясним. Каждый день здесь что-то у нас меняется, улучшается в части коммуникации, да? Ну и, возможно, к тому моменту, как вы решите приобрести или посмотреть данный объект, у нас уже будет газ. В общем, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, не забывайте ставить уведомления, колокольчики, для вас выходит каждый день новый обзор. Возможно, уже сегодня будет именно тот объект, который вы искали. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».